И вновь мы вернулись к этому очаровательному виду. Ты водишь меня по самым лучшим местам. Ну, на этот раз мы лучше подготовлены. Но ты можешь уйти, когда пожелаешь, наблюдатель. Ага, сейчас. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь.
уверена? Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь. Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь.
У бастардов никогда нет шансов, верно? У кого? Людей из всех возможных существ. Нам путь своей искрометной личностью. Я сохраняю право покойник выводить сердце. Если так, сделай это бесшумно. Вряд ли мы здесь поймем. Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник.
Помоги! Прошу! Помоги! Прошу! Что? Что это? Госпожа, твой талисман. Мы близко. На этот раз наблюдай и молчи.
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока прощаюсь. Твой судный день настал, Леность. И правосудие над тобой тоже свершится в поединке. Дорогие, разве по мне видно, что я собираюсь с кем-то или чем-то сражаться? У тебя нет выбора. Выбор всегда есть, дорогуша. Я выбираю не делать выбор. Слишком много пора. Я бы посмеялся над тобой, да только лень. Не обижайся, ты славно играешь в нашей поучительной пьеске. Но правда, зачем напрягаться? Это апокалипсис. Ух ты, мне все равно. Все, что меня заботит, это комфорт. Звучит знакомо. Молчать! И как видишь, у меня много-много слуг. Они живут лишь ради этого. Попробуй, я дам тебе парочку рабов, если ты расслабишься. Я расслаблюсь, когда вы все сдохнете. Надеюсь только, что остальные будут сильнее сопротивляться. Будут. Или не будут. Мне до этого нет дела. Ты ведь понимаешь, верно, всадник? Как все тщетно. Присоединись же ко мне, сбрось груз с плеч и насладись бездельем. Уверен, тебе бы это очень понравилось. Неужели ты оставишь свое задание? Нет! Правда? Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе, правда, по силам? Поздравляю. Должно быть, ты довольна собой.
Думаешь, убив меня, ты как-то повлияешь на этот жалкий крестовый поход? Просишь пощады? Найди в себе каплю достоинства. Лапочка, я позволяю рабам потирать мне зад ангельскими крыльями, пока я вкушаю утренний чай. Достоинство лишь выдумка, как и равновесие. Разве ты не утомилась? Еще. Но и самый изнурительный бой выматывает меньше безделья. Такой разминки у него 1000 лет не было. Твоя репутация опережает тебя, всадник. В Горниле только о тебе и говорят, и Таргон хочет встретиться с воином, о котором идет такая молва. Как лестно. Ты тоже можешь польстить ему, если навестишь его. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. А, заставь их кричать, всадник. Thank you.
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Oh!
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь.
На помощь! Прошу! Прошу. Let's go.
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Последнее время здесь стало гораздо живее благодаря тебе. Ты подарила человечеству шанс, и за это у меня есть для тебя подарок. Эта безделица увеличит твою мощь и сделает тебя еще более грозной силой. Собралась хорошенько их помучить, да? Это одно из лучших моих творений. О-о-о, что за дивный хаос ты обрушишь на врагов? Это одно из лучших моих творений. Это одно из лучших моих творений. Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Возможно, но теперь ты... это одно из лучших моих творений. О-о-о, что за дивный хаос ты обрушишь на врагов? Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Любопытно. Удачи, ярость.
Я не хочу умирать! Ты уверена? Thank you.
Думаю, сейчас это неподходящий путь. Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Похоже, это нечто важное. Как по мне, так немного нарочито. В кои-то веки соглашусь. Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Что такое? Здесь что-то. О, желаешь покаяться в своих грехах? Наблюдатель, у меня рука не дрогнет снести твою голову. Поменьше сарказма. Учту, госпожа. Прикрой глаза! Слишком ярко. Что это такое? Так. Представьте себе мое разочарование. Только подумать, неужели у совета не нашлось кого-то получше? Из четырех славных всадников они отправили самую презренную, самую жалкую из всех. Гордыня, самоочарование, как всегда. Я за тобой. Правда? Будто ты знаешь, что делать, если бы даже совладала со мной. Прошу, уволь. Разве ты не одна из Великой Семерки? Сразись со мной вместо того, чтобы прятаться, ты напыщенная, жалкая... Ты впустую растрачиваешь угрозы, всадник. Ты досаждаешь мне не больше жужжащей мухи. Ты недостойна моего внимания. Как и все остальное в великом замысле Создателя. Даже величайшие сокровища небес и ада меркнут перед моим сиянием. Убегай же и прячься в ту дыру, из которой вылезла. Возможно, когда я останусь единственным грехом на этой унылой маленькой скале, ты удостоишься аудиенции со мной. Когда я закончу, грехов больше не останется! Как скажешь. Учитывая твое нынешнее положение, я нахожу весьма маловероятным, что мы встретимся вновь. Но если по счастливой случайности ты удостоишься моей благосклонности, найди меня в эфире.
Хотя я очень сомневаюсь, что такое существо, как ты, придется ко двору вместе столь утонченным. Давай же, удиви меня, всадник. А до тех пор... Что за невыносимое создание? Кажется, твой жалкий крестовый поход продолжается. Выше голову, ты незаконченная неудачница. Никогда мне не понять их привязанность к таким вещам. Госпожа. Они так отчаянно цепляются за всю эту символику, за образы небес и ада. Они? Человечество. Столько веков подряд плод творения был у них в руках. Они даже не заметили его за ссорами, за своих сказок и тотемов. И что только Творец в них нашел. Уже знаю ответ, но... Да, мы спускаемся туда. Смотри, аванпост ангелов. Но это ведь не наше задание. Это стало нашим заданием, когда я нашла своего коня, пронзенного ангельскими копьями. Thank you.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока прощаюсь. Умеешь о себе громко заявить, буквально. Нас, всадников, определяет очень многое. Наша цель, наши дары и наше одиночество. Очень долго. Не помню сколько. Пусть был моим единственным спутником. Госпожа, я... Забудь. Всадника не определяет, в каком. Yeah!
Посмотри наверх, госпожа. Что это? Видимо, что-то новое, что нужно убить. Манск. Очаровательно. В каком мире эта штука очаровательна? Может, я погорячилась, но он совершенно безобиден. Ничто здесь не безобидно. В этот раз твое очаровательное чудище пригодилось. Жестоко. Даже для тебя, госпожа. Спокойно.
Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Верхом поход был бы гораздо проще. Слишком рано. Еще раз ты здесь наблюдаешь, а не болтаешь. О, я здесь ради гораздо большего. И ради смерти тоже. Угрожаешь? Пока не решила. Еще одна твоя очаровательная. Ты мне этого не забудешь, да? Напротив, он может пригодиться. Что тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь.
Заставь их кричать, всадник.
оружие! Смелее! Я уже
поможешь мне выбраться? Представляла ангельский аванпост. Когда мы войдем... Мы идем внутрь? Для разнообразия держи рот на замке. Похоже, они нам не рады. И не должны. Небесное войско! Вы знаете, кто я? Что я? Если хотите увидеть закат, лучше сразу... Почувствуй огонь небесного клинка! Отлично! Ненавижу болтать! Ваш хваленый предводитель испугался? Мне что, перебить вас всех, чтобы он осмелился выйти? Ах!
Направлен не на тех. Сомневаюсь, пташка. Узиэль, пришла закончить то, что начал твой брат война. Понятия не имею, что война сделала или не сделала, мне все равно. Значит, ты здесь за душами моих соратников-ангелов. Решила, что я не узнаю оружие повелителя пустот. Я служу лишь совету, я охочусь на 7 грехов, тех, кто остался. Но меня занимает и другое. Предательство, совершенное вашим славным царством. О, да. Мои дела, царю зрителей, посмейтесь. Мы едва можем защищаться, не говоря уже о том, чтобы предать одного из всадников. Мой скакун, буйство, пал от ангельского оружия, прежде чем я смогла призвать его. И я узнаю, зачем, и пролью кровь. Поверь моему слову, я не питаю любви ко всадникам. Из-за вас разразился конец света, и мы... Мне неизвестно ничего о заговоре против тебя или твоего задания на земле. Среди своего рода Узиэль один из достойнейших. Это не значит, что никакого заговора нет. Как видишь, у меня по горло своих забот. Возможно, мы сумеем заключить сделку, всадник. В последнее время силы моего воинства иссякают, и с каждым днем потери только растут. К своему ужасу, я узнал, что моих собратьев убивают те, кого можно назвать нашим кошмаром наяву. Нежить, неприкаянные мертвые ангелы. Демоны также стали целью. Их тоже утаскивают в царство нежити. И кто, на твой взгляд, за это в ответе? Единственный, кто способен на столь безбожные деяния, это похоть. Похоть? Ты выжил из ума. Я прежде встречала его. Он не владеет подобной силой. Но почему ты уверена, что мир таков, каким был прежде? Если верить слухам, некий демон наделил похоть силой одолевать войска как небес, так и ада. Он наживается на конце света. Он превращает ангелов и демонов в нежить. В бездумных тварей, способных лишь на жестокость и разрушение. Если я уничтожу похоть, решив твою дилемму, ты предложишь мне что-то взамен? Такую сделку ты мне предлагаешь? Верно. Я сделаю все, что в моей власти. И как знак нашей доброй воли, всадник. Пусть этот крестовый клинок послужит тебе в твоем походе против похоти. Его растущее могущество погубит нас всех. Узнай, кто пытался меня убить. В обмен я заставлю похоть раскрыть перед смертью источник его могущества. По рукам. Если узнаешь, что ты мне хоть в чем-то солгал, ты пожалеешь, что кто-то из моих братьев не вырвал тебе сердце. У нас договор, всадник. Thank you.
Мы союзники лишь на время, всадник. Возможно, твоя угроза сдержит его. Вряд ли. Ты доверилась ему? Мне-то и не нужно. К тому же, доверия нет в словаре наблюдателей, включая, разумеется, и меня. Невыносимый призрак. Здравствуй, ярость. Выглядишь весьма свежей и румяной от гнева. У меня нет на тебя времени, демон. Да-да, ты очень занятой, всадник. Многих надо посетить, многие места надо угробить. Это точно. Однако, позволь полюбопытствовать, не нашла ли ты в своих героических странствиях некий артефакт? Ничего особенного. Артефакт? Как он выглядит? О, это всего лишь побрякушка. Забава, созданная пташками. Такой крест с острыми концами. Возможно, я солгал. Это не побрякушка, но, молю, жалься надо мной. Демону тоже нужно есть. Я нашла его. Он мой. Я дам тебе за него 1 000 000 душ. Души твоя валюта. Острые предметы моя. Никакой сделки. Впрочем, ты еще можешь мне услужить. Ты случайно не видел ни живых ангелов и демонов? Ах, не жизнь, к сожалению, видел. Те, кто был бессмертен, заслуживают лучшего. Сейчас я не скучаю по пташкам, но это просто неправильно. Тогда все. Узнаешь что-то? Дай мне знать. Неужели тебя ничто не тревожит? Разве ты не испытываешь сострадания к тем, что были великими, но теперь лишены силы, которой, как они думали, управляли жизнью? Возможно, когда я выясню, зачем они пытались меня убить, то найду время для сочувствия. Как же она холодна. Прямо опьяняюще для столь вспыльчивого демона. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь.
Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь. Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. А, заставь их кричать, всадник.